Сотрудники детского санатория «Аврора» уже несколько лет пытаются спасти от разрушения объект культурного наследия – дачу Верещагина. Привести здание в порядок они не могут из-за отсутствия специального документа – охранного обязательства, который обещал выдать КГИОП. Дача Верещагина находится на территории санатория. Сотрудники по возможности поддерживают внешний вид постройки. Однако, чтобы ее содержать действительно в хорошем состоянии, необходимо охранное обязательство. Получить этот документ они не могут с 2013 года. То законодательство меняется, говорят представители санатория, то форма подачи заявления. Хотим, чтобы наш объект существовал, вот, чтобы был в хорошем виде, вот, чтобы мы могли в нем пребывать, к сожалению. Или, к счастью, в нашем городе действительно столько много памятников. Вот, поэтому, ну, мы пока в очереди стоим. Эта постройка была возведена в конце 19 века. Сначала она принадлежала купцу из Гатчины. Затем ее приобрели братья Верещагины. После гибели одного из братьев, художника, собственники стали меняться. А через несколько лет имение и вовсе перешло в городскую казну.